Это будет каждый день. Ну, не надо. Не, ну на выходных не сверлили. Кстати. Может, потому что это как раз были выходные. Так, Схаровск сюда. Поехали. Больше роли тяпнутого деда. Когда выйдет, обязательно буду. Опять забыла босса, я уже смогу засолил. Эх. Боссы, боссы. На самом деле, можете в среду, можете среды дождаться, кто не торопится. Я на самом деле тоже не тороплюсь, но... Так, что-то громкая игра. Так, Барбара, иди нафиг. Анзен Пьюри. Сукан Кишо. Да поуби его. Ау. Че, больно-то? Барбара, когда хилять будешь? Привет, Глиттер. 33 пола. И у меня будет 100% ху тао. Не так пишешь, неправильно. Ее так зовут. Че, хотел еды пожрать, да? Оладушки. Еда бесполезная, кстати. Капа. Куда полетела? Роксан Зеро. Слушай, мнение типа идет массовый отток людей из Геншина. Ты видишь количество народа на стриме, чувак? Чтобы о таком говорить. Типа, с тобой все в порядке? Отток людей. Кустали Боб. Час дня? Понедельник. Грёбаный понедельник. 900 человек. Отток. Так могут говорить только, я не знаю, может какие-нибудь там блогеры, ютуберы, какие-нибудь, кто-нибудь, кого там, я не знаю, меньше смотреть стали. Или кто наоборот не хочет стримить Геншин. Такое вполне возможно. Да, да, возможно. Ну так, нет. У нас в Геншине все отлично. Сикиви, спасибо за ресап, 13 месяц. Ванфайт! В связи с последними событиями у меня вопрос на миллион. Шаурма или шаверма? Шаурма, конечно. Эпа. Ну какая шаверма? Шаурма, конечно. Недавно даже делали с Яной домашнюю шаурму. Настоящую московскую такую. Шаурма. О, еще один эпический камень, в этот раз электрический. А, подождите, мне как... А, мне до этого водный упал, да? Шурма, конечно, шурма. Угу. Предатель Питера. А чё я? Я московский. Защита, ну, говно, короче, да. В принципе, ничего особенного на этой неделе не выпало. Ну, ладно. Исключён из Питера. Шурма, шурма, ребят. С ДБД покончено. Год назад еще. Уже почти 2 года назад я завязал с ДБД. Там разработчики над игрой не работают. Вот в Геншине разрабы работают над игрой, и это видно. А в ДБД стоят на месте. Тупо на месте. Абсолютно не движутся вперед. Форма оружия? Да нету, их не существует. Вы чё? Так, ну что? Блин, я не знаю, сколько... Я настолько давно руду не записывал. Последний раз, когда я записывал руду, это было 11 января. Тайминг. Тогда я через месяц переспрошу. Да я тебе то же самое отвечу. Выпала затычка на деда. Урон конец-то. Грац. Наверное. Кстати, а чего у меня карманные телепорты не сделаны? Потому что у меня руды не хватает, да? Что надо игру погромче сделать? Какая-то она тихо. Вот так вот.
Хочу спросить, если баннерка цин будет отдельно, история круток сохранится. Он не будет отдельным, это будет молитва события персонажа. Это будет тот же самый баннер. Всегда у нас всегда есть три баннера. События персонажа, события оружия и классический. Все. Пока что никаких новых баннеров никто не вводил. Так, название стрима поменять. World боссы убиты, новые баннеры обсудили. Бездна. Ресет бездны. Что еще? 50 круток. Сяо в среду. Вот так вот напишу. Нет, не буду пока. Завтра буду про крутки писать. Сегодня напишу про... Ресет бездны, новая неделя и обсуждение новых баннеров. Патча и баннеров. Также сегодня в скал поиграем. Тим-ти-тим-ти-тим-ти-тим. 1.3.9 просто добавляется, то есть последние цифры или еще бонус автоатаки. Не знаю, как это будет работать, не помню. Нам показывали гифкой. Не, по-моему, это как общая цифра урона должна быть. Советы про на Эльца 6. У меня нет кубка на геоурон нормально, но есть кубок на защиту. Хочу фулл глад поставить. Фулл глад хуже, чем фулл комета. Тебе надо 4 кометы в идеале ставить. Ну, если нету кубка на геоурон, то, конечно же, кубок на защиту, что же еще делать. Ну, поехали бездну проходить. Поехали в бездну. Так. Так. Я понимаю, что, проходя сегодня бездну, я, по сути... теряю возможность получить в новом батл пассе, который, кстати, уже исчез. Я теряю возможность получить в новом батл пассе примерно там 2500 опыта. Ну и пофиг. Я не тороплюсь с батл пассом, потому что он и так слишком быстро заполняется, и потом становится скучно, когда батл пасс заканчивается. Так хоть дождемся чуть-чуть. Ну вот, что там, 2500 опыта, ну и фиг с ним. Рейзеру кубок на физурон, физурон. Ну, сила атаки тоже сойдет, в принципе, но вообще он физой дамажит. Ей, последняя бездна, 36 звезд, 12-й, 3 пройден. Угу. Как персонаж подбирает осколок крю? Да, шанс крит попадания увеличивает, замечательно. Замечательный баф, благословение, угу. Очень интересно, спасибо. Идем за халявками. Кстати, они в этот раз напомнили игрокам о том, что надо халявки забрать в бездне. Да, напоминаю. Смотрите, 600 примусов, 4 сундучка легендарок, 8 сундучков эпиков, 24 эпических книжки, 42 синих книжки, 600 тысяч моры и 72 кристалла оружия. Балдеж. Я выпал небесное крыло. Поздравляю, чувак. Грац. Один вопрос, который я так и не понял. С подземелья можно выбивать любые арты из сетов? Или только что отображено? Аркас, если бы ты научился чуть-чуть читать, ты бы прочитал. Когда наводишься на это подземелье, здесь написано. В набор входит цветок, перо, часы, кубок и корона. Да, там падает все. На самом деле, да, многие на это не обращают внимания. Я сам на это обратил внимание, только гайд писал. Ну, я знал, что там все падает, но... Так, тут абсолютно не важно, что брать, да? Тут же суперлегкий этаж, да? Да, суперлегкий этаж, который вообще проходит. Ты. Здесь ты. У меня есть хиллеры? Сойдет. Вообще думать не хочу. Спидран бездны за полчаса будет? Ну да, примерно за полчасика пройдем, я думаю, на изи. С 12-й чуть-чуть придется потрайхардить, возможно. А не тут ли лед нужен в конце? Не, по-моему, не тут. Будешь тебя выбивать? Обязательно. Буду выбивать абсолютно всех персонажей. Так, нет, чуть-чуть громковато.
1-2 изи, что ли? 1-2 очень легкая, да. Расскажи, пожалуйста, про козу, она мне просто выпала. А что про нее рассказывать? Она мейн слэш саппорт ледяной дамагер. И мейнит хорошо, и саппортит отлично. Заряженные атаки ее вносят гигантские цифры урона. Дзен Бутукан. ХЗ, я и так и сяк пробовал. 1-2 не проходится. Посмотри мои видосы на ютубе, где я бесплатным аккаунтом прохожу. Я думаю, так тебе будет попроще. Потому что, ну, если 7 персонажей проходят, понимаешь? То уж не пройти 8 персонажами должно быть очень сложно. Два хиллера в пачке где? А, Бен, это цицит. Да пофиг, я ее ради ледяного урона взял. Гофи Зой дамажить. Давай, давай, давай. Давай, меч флейта, давай. Давай, цици, цици, мейн ДПС цици. Мейн ДПС цици. Ну же, давай. Вноси урон. Молодец. Ля как дамажит, ля как дамажит, вы посмотрите. Кем лучше проходить бездну в саппортах, Диона, Циноль или цици? Диона. Диона охрененно на 11 этаже работает. Анама ГГ помогает в 11-2, да? Любой? 11-2 это Tower Defense? Да, это защита монолита. Еще не помню, что тут будет. 5 слайма. Слайм так слайма. Суженная нора. В любой непонятной ситуации делаю бум-бум-бакудан. Это работает. Илон, спасибо еще за сотку. До слез они расстроили этим баннером равно. Каким очень баннером? Очень хочется и Бейда, и Диону, и Синьянь, которой меня нет. Но ну, школьник ну, мне ты... даже даром не нужен. Отдавать за него гарант это преступление против вайфу равно. Преступление против вайфу. Ты понимаешь, что они сделали действительно хороший баннер для лимитированного персонажа? Это хорошо, это круто. Тем более они сделали действительно хороший баннер для лимитированного, ожидаемого многими людьми персонажа. Да, я же тоже в свое время был таким хейтером Сяо. Ну, я не хейтером, нет, я неправильно говорю. Я просто, как бы это назвать, настолько достало, что люди постоянно смотрят какие-то сливы, да, вот эти, что я был бы рад, если бы там была Барбара, я не знаю, в этом баннере, цицы, кто там еще остается, короче, все персонажи, которые супер слабые, и Эмбер, вот. Это было бы просто смешно, потому что разрабы порофлили бы над людьми, которые ждут Сяо с лета. Я бы просто хотел бы порофлить над... Ну вот, мне вот это вот, как бы... Это просто смешно, что люди постоянно ориентируются на сливы, когда ожидают тех или иных персонажей, вот. А так, в принципе, они сделали действительно хороший баннер для действительно ожидаемого людьми персонажа. И на самом деле... Все, что они сделали, абсолютно логично. То есть тот баннер, который они сделали, он, ну, он хорош. Он хорош, он хорошо подходит под этого персонажа. То есть он отлично подходит под Сяо. Это логичный баннер, до которого можно просто вот догадаться было, что они так сделают. Это круто, это реально круто. Шутки с шутками, а ради Эмбер можно было бы паролить, ну, конечно, можно было. Если бы они добавили в кацин баннер Эмбер, Лизу и Кэю, это был бы охеренный баннер на повышенных шансах. Но нет. Даже так этого не сделали.
Даже несмотря на то, что сделали лимитку катсцен. И да, ё, цици, подлети. Подлети, Кли. Молодец. Что там с цицин? Ничего. Слабый персонаж. Так, поехали дальше. Что же мы будем делать дальше? Ой, точно, то же самое. Ладно, почти то же самое. Я не помню, что там, но давайте Альбедо возьмем. Привет, сколько у тебя созвездий на Синцу? Здорово. Все шесть. Конечно же. Почему не дают халявного пятизвездного перса? Ну потому что жирно было. Суженная нора Анзенпури. Суждаю, кого? Диону в юную деву собирать ни в коем случае. Диону собирать в 4 церемонии древней знати. Юная дева не нужна ни одному персонажу в игре. О, зато нам нужно посверлить немножечко. Давай, давай. Феникс, что с тобой? Нужна Беннета, нет. О, спасибо за сотку, товарищ Наксапов. Спасибо большое. За... Не хочу обижать его фанов. Просто как это бывает в аниме. Когда персонаж совсем не нравится ни внешкой, ни историей, ни способностями. Посмотрим его сюжетный квест. Исай первый перс, который оказался мне ну никак не интересен равно. Посмотрим его сюжетный квест, а вдруг будет норм? Типа, ну... А вдруг он на самом деле не такой ЧСВ, как выглядит? А? А вдруг не такой? Так, где? А. Ой, а как мне? А. Ну да. Беннет же есть. Прям как по миру можно их шотать, кстати, если еще попадать. Класс. Там. Так, че началось? Беннет, живи. Сегодня ЧСВ, он просто задолбался. Ну да, столько жить, с демонами бороться. Да-да-да. Эля, приветики. Доброе утречко. По своему опыту могу сказать, что софт гарант пушек находится на 65-м роли. Я так выбил у Камаса. Так много кто я об этом уже говорил. Да, я... Это логично. Раз там гарант уменьшен на десятку. Вполне логично. Кудас? А, окей. Путаю. Путаю, что у него там за собаки. Узумаки. Ой, что-то они слишком быстро умирают. Ну что вы так быстро умираете? Что такое софт гарант? 76-й ролл. В этом. На английском их вроде как называют пити роллами. Типа такие жалкие роллы, когда ты надеешься на то, что тебе гарантированно выпадет. Ну опять же... От 76 до... От 76 до 90. Боже, какая она мерзкая. 100. Ага, Шибери Рузо. Ой, вы уже сдохли почти, наконец-то. Mm-hmm.
Вообще на время не смотрю, просто прохожу и все. Ролить козу или ждать ху? Мы не знаем, кто такая ху, тао, поэтому ролить козу. У вас один день. У вас один день, быстрее. Быстрее рольте козу. Чего вы еще не заролили козу? Кривица сын не мерзкая, а лучшая девочка. Ну, нормально. Че здесь? Вообще не помню. Попотеть придется или нет? Скорее всего, нет. Это же всего лишь 10 этаж. А, все, вспомнил. Кудас. Так вот убивать надо было ее все-таки, а? Ну, в идеале. Суженная нора. До свидания. Какой меч лучше всего на чуня? Батлпассовый, как и... Какой же еще? Церемониальный неплохо должен работать. Так, а кто здесь дамажит? Коза, ты дамажишь? Ну, кстати, нет. Альбедо должен, на самом деле, здесь урон наносить. Я, правда, не уверен, он у меня не одет, по-моему. Возможно, у него артефакты даже не фулл выданы. Такое вполне может быть. А, так у него даже оружие не оскверненное желание. Так, хорошо отучиться. В чем прикол БП двурука? Самое сильное четырехзвездное оружие в игре. Из двуруков. В принципе, во всей игре, скорее всего. Его прикол в том, что он перемножает процент урона. Вот это множитель, понимаете? Это множитель. И очень сильный множитель. Так, пойдем пройдемся по персонажам чуть-чуть. Альбедо, что у тебя? Да нет, арты вроде бы есть. Два архаики, два ансамбля. Получается, его арты, да. Ну, кроме шапки. Шапка у кого-то другого его висит. Сила атаки. Так, можете вот эту отдать. Такс. Оскорненное желание на Бен сейчас, да? Отдай сюда. А здесь забираю вот это. Хорошо. Так, у козы у меня все самые сильные арты, да? Мне Бидо понадобится в следующей. У Бидо, кстати, не так все плохо. Коза так и не выпала. Февраль будет скучный. Смотреть, как все радуются, выбиваясь Ай и Кэтсу. Равно, ну ничего, успокаивает. Что 74 молитвы после Моны, и богиня лакированных гробов придет ко мне сразу равно. 74 молитвы после Моны, и богиня лакированных гробов придет ко мне сразу. Так ты же можешь попробовать все, ты же можешь еще попробовать козу выбить. Но она же крутая, она же топовая прям. Почему бы нет? Почему бы и нет? Так... Сенлин забираем, хотя мы сянку, наверное, больше используем, чем... Честно, понятия не имею. Кому раздать здесь арты? Настолько, как, блин, думать. Бейда нужна очень, геощиты сбивать. И в 12-й пригодится, и в 11-й, наверное, тоже. Бейда, что у тебя за... А у тебя пушки нет, да? А, нет, и как нету, архаичный. Нормально, все, поехали. Йо, часик назад чугуна выбил с классик ролов. О, грацио. Давно хотел чунь-юниси. Так, здесь надо только вот с этим разобраться. Сюда нужна, наверное, как раз-таки коза, да? Первую половину. А во вторую делюк. Ну и все, и нормально. Делюк, Синсу, здесь Беннет, коза, Альбедо.
Ага, так, здесь еще сахароза в любом случае для стяжки. Коза. И вот тут вопрос. Либо второй огонь. Почему бы клей не взять? Ну, давайте так и сделаем. А здесь сенсу. Вот так вот. Крио не будем сочетать. Ну и хер бы с ним. Значит, два огня беру против двух перфатуев. А их сенсу в соляного разложат. А у сенсу арты какие? Кстати, я вот что не посмотрел. Какие-то там есть, наверное. Хер бы с ним. На кого небесное величие можно надеть? На кого угодно. Охренительный дурук. Так хочу Диону теперь под эту бездну прокачать. У Яны так офигенно проходилось. Короче, она за Диону прям вообще. Мне так понравилось. Ня-ня-ня-ня-ня. Да что ты никак не можешь кастануть-то ничего? Давай. Блин, дурацкие пузыри. Отвали от меня. Слышишь? Отвали, я сказал! Худшая. Не, все-таки ледяная имхо. Что у нас здесь? Так вот, что у него по артам? Где цифры урона? Их, походу, нету, да? Кажется, сенсу без артов. Возможно, они прям с него сняты. Такое вполне может быть. Не знаю, стоило ли это тратить. Тут же не будет щитовиков в конце, а то вдруг. Ну, делюк, конечно, есть. Против щитовиков. По 9-10 тысяч бьет. Но опять же, это вообще не по огню. И. Да, это по 3 тысячи. Где цифры? Ребята, где цифры? Ну, я понимаю, что я еще ульты не жму специально. Да куда они успели потерять ульты? Да что ж такое? Привет, Сора. В последний день баннера выбил Ганью. И думал, сегодня кончается. Нет, он завтра. В 6 часов, так что успевайте. Фу, говно какое. Дзен Бутукан. Так, там еще живой, да? Ой, что-то я как лох встал. Та-та-та, всем привет, монстр, здорово. Бум-бум. Угу.
Кто вам говорил, 1-2 сложное, а? Он. Простите, она может быть сложной, но в ней просто надо понимать, что делать. Ну или все ваншотать просто-напросто. Такое что же бывает, правильно? Это чимагио. Акцепто! Не успею за день. Сегодня последняя молитва, и я радуюсь дождерезу равно. Завтрашних демок хватит только на одну. А донатить 2к на 10 молитв, ну, у, наверное, не стоит она того. Когда-нибудь выбью потом равно. Коза очень стоит того, Лан. Ты не забывай, что она действительно на данный момент одна из самых сильных персонажей. Она абсолютно стоит того. Но тебе решать, конечно. Считаешь, что не стоит, значит, не стоит. Игра все-таки ситуативна. Сильнее персонажа все-таки сложно найти. На тебя, на фул ультах. Сказал человек, который почти с Геншина не вылезает. Че? А, ты про 1-2 бездну? Так, ну, а чё, и чё? Кто такая коза? Гань, да, Ганьюй. Кокосовая козочка. Да, слушай, ну-ка, стани ты хоть что-нибудь. Я специально в эту половину взял козу, чтобы сбивать электрощиты. И где урон? Где мои лемщицы? Я просто не успеваю, короче, за Беннета ультануть. Кек. Зафейсролил бездну, как говорится, да? Такая она простая. Я вообще не хотел переключаться на козу. Короче, я хотел просто кастануть Беннетом ульту, а потом на Кли переключиться и убить его за Беннета. Ой, за Беннета, за Кли, наоборот. Потому что тукан Ханаби. Вот. Потому что козой я хотел ультануть вот сейчас. Да какой тукан Ханаби? На Беннета надо было, на Беннета. Ой, каменный челик сдох уже, бедняжка. Вот, примерно так должна была пройти эта битва, а не со смертью козы. Да чё ты все не туда смотришь? Как тебе баннерка Цин? Киквешный баннер, просто максимально киквешный. За Окурай на сай, давай. А чё в баннере Кацин? Чё, Барбара и Нинка? Ну и сама Кацин, как бы. Что в баннере? Там Кацин. Что за такой странный вопрос, я не понял. Ой, здрасте.
Хейтишь Кацин? Нет, просто она классический персонаж, ее можно выбить в любом другом баннере, а не ролить для нее собственный специализированный. Смешно же. Там. Выпала коза, еле успел накопить Грацлио. Скажи это не укуда, и скажу. Рулить Кицин, это кеква. А еще пятизвездным персонажам не нужны созвездия. Потому что вся игра проходит, фейсролится без созвездий пятизвездок. А вот созвездие четырехзвездок важны. Пока что. Уж не знаю, как, насколько хардкорный контент будет дальше. Вот. Так. Вот теперь надо подумать. Артефакты на Синцу. Нет, смотрите, у него нормальные. Два мощных нормальных глада, да. Угу. Ага. 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 Так, а нам нужны Синцу Бейдо в любом случае, да? Угу. Нам не нужна здесь Сахароза. Разве что резисты снимать. Ну да, не нужна. Забираю вот этот. На ульту Бейдошки. Да, скорее всего, без сукрозочки будем. Делюк точно. Ну, тут, в принципе, что, его итемы. Что у него не меняется. Буду ли я брать Чуня, не уверен, но даже если буду, у него, в принципе, все нормально. Беннету менять нечего. Сянлин менять нечего. Ёлочь, спасибо за редецкий. Здорово всем. Привет. Я бездну решил все-таки сегодня добить. Ну, пройти. Пофиг на эти батлпассовые задания, так хоть батлпасс будет чутка более интересным. Вот. Плюс 250 ББ, понимаю. Ты вообще-то был в чате соул еще до рейда. Я тебя заметил. Что насчет слаймового рая? Он закончился уже. Так, последний. Здесь пирофатуй. В него нам надо будет синцу. Ага. На Элька же. А, ну здесь без разницы. Угу. Угу. Ну, а, поехали. Итак. Делюк, Бейдо, Синцу. И либо Альбедо, либо Сянлин. Да, наверное, Сянлин просто возьмем и все. Блин, два огненных против... Да там Синцу в Соляново ему лицо сломает. Здесь Беннет. Можно так. И вот так. Или все-таки Сахароску добавить? Пускай криорезисты, не знаю, снимает. А, на Эль. На Эль же, конечно. Стоп, а как я буду... А, да, убью его ешками какими-нибудь. Впервые задумался насчет глаза буря. Наверное, вот так вот будет лучше. Правда, я, блин, беру два огненных мейн ДПСа против огненного чувака. О, боже, еще и физурон. Можно было, конечно, через заморозку, например, отыграть, да, но... Нет. C6 на L. Да, но без оружия и без дамага. Угу.
Она здесь нужна только для того, чтобы сбить геощиты. Все. Причем здесь еще чугун есть, кстати, который тоже отлично их сбивает. Об этом я что-то не подумал. Ого. Что у них вот резист какие-то мощные. Кен. Слушайте, может быть, я как-то и слишком лайтово отнесся к походу в 12.3. Не знаю, посмотрим. Опять же, ульты сейчас не жму. Показания ультуют и так далее. Посмотрим. Почему у Нель такой грустный урон? Потому что у нее нет ни оружия, ни артефактов, ничего. Я просто пришел в бездну почилить, ребят. И убить Синсу. Эти тайминги. Почему, говорят, Нель не прокачана? Потому что я пришел просто застомпить эту бездну, понимаете? И убить Синсу. Ваншоточка от воздушного глаза бури Кек. Что это вообще было? Но вот этот баф очень все портит. Если сейчас такие же говняные бафы будут на самом деле, то мне уже хочется этот. Мне уже хочется передавать нормальные артефакты и собирать нормальные пачки. Хотя все равно потом возвращаться в бездну, чтобы посмотреть, насколько прикольно. Насколько прикольно будет играть в бездну с новым геобафами. Так что... Там же что сейчас крит урон, да, повышен, по-моему. Передал на Альбедо оскверненное желание с Беннета, чтобы не взять Альбедо в пачку. Смотрите, у меня начались проблемы в игре. У меня слишком много персонажей, и не знаю, за кого я хочу играть. Я типа... Ну, у меня же артефактов мало хороших. У меня же мало хороших артефактов, и я... Я не знаю, кому, типа, давать... Какие арты из своих персов, за кого я хочу поиграть конкретно в данный момент? Ужас! Просто ужас! Вот я говорю, чат, проблемы просто жесть. И че ты не можешь по нему попасть? Делюк вот в него наводился. Вау, чё за кеквэ вообще, я не понял. Эй, сюда иди. Ну чё, мы сейчас здесь еще умрем, да? Так, я не понял, я по нему не попал? Класс. Он же должен сбиваться этой атакой, я уверен в этом. Что происходит? Что это такое?
успел верхней атакой достать. Да ты... Не куп его так не сбить. Да ладно, почему? Угу, спасибо. Наконец-то. Нормальные противники. Хилить бы бейдошку, так честно всякий. Давай, спадай. Мечи. Мечи! Алло! О, спасибо. Ау, теперь делюка хилить. Джикан даю. Кстати, бейдох себя, по-моему, может... Нет? А, это было на ледяном, по-моему, это же, да? Я так хилялся. О! Ракеты, ноу! Тарталька эпично убивает щитовиков под ультой козы. Ну, кстати, да, он им хороший урон должен носить. Они же как только замораживаются, щит больше их не защищает. И с любой стороны, получается, урон от отливов проходит. Да, это прикольно должно быть. Я же говорю, я сейчас не пройду это на фул. Что за бафы бездны, алё? Какого хрена сейчас происходит? Какого просто хрена? Что за урон по слабым местам? Я не понял. Дзе. Стоп, у тебя все еще ульта есть? Вау. Че такое? Тева сенера. Ицудемо цкео. Да, блин. Лук Амоса на кого, кроме козы, еще пойдет? На кого угодно. Это лук на силу атаки. В принципе. Но лучше всего только на козу. На всех остальных можно и четырех звездками обойтись. Да вернись ты, что ты делаешь? Да... Прикольно. Да хватит пригинаться. Достали. Ты же не... Танковая. Не помню, что в следующей половине. Вообще не помню. Известно, что за новые пушки, какие у них статы, ничего не известно, нет. Разрабы это не показывают, не рассказывают. Веселый геймплей на козе, ну так, нормальный. Люси, в пол я стреляю, чтобы по всем попасть. А не потому, что я косой.
Ну и это тоже. В принципе, можно, наверное, и эту атаку включить. Да, папиров оттую, конечно. Урон так себе. Эй, спасибо за фол. Попробуем. Не знаю, у меня что-то бафы бездны полное говно, это во-первых. Во-вторых, я что-то как-то не собрал всех персонажей в нормальные артефакты. В-третьих, сосед мешает. Урон по слабым местам, урон по слабым местам. Ай, чё ещё? Окей, ладно, поехали. Так, я не помню, где они появляются. Здесь, да? Очень медленно, на самом деле. Там же еще сейчас этих убивать. Да, я что-то думал, что коза здесь в первой лучше зайдет, но, наверное, все-таки во второй пачке она была бы получше. Не знаю. Где мои лем-частицы, кстати? А, ну вот я ими промахиваюсь. Где их брать-то, а? Конечно, какие лем-частицы, когда в пачке на Эль. Вот же в чем проблема. Она же ничего не умеет. Хватит. Да, конечно, телепортируйся. Ну, будем надеяться на вторую пачку. Да хватит телепортироваться. Слушай. Банзанаэль. Ну а чё, если она ничего не делает здесь? Абсолютно бесполезная. Без нормальных артефактов, без ничего просто. Очень медленно, 50 секунд на вторую пачку. У Наэль же Фавони 6 штук случайно дропает. Так у меня-то не взят. Фавоний, правильно? Давай, добей уже! Хватит, я думаю, что. Но я, конечно же, попробую.
Не, первую слишком медленно проходил. И во второй чуть-чуть затупил. Чуть-чуть. Не сразу понял, в какую сторону они побегут. Тогда это ты слабый, раз ничего не одел. Люси, ты что-то дерзишь много. Ты что дерзишь? Да? Ты матч захотел? Что это за говно вообще? Что это за говно? Да, человек-сосед! Я знаю, кстати, почему газета с урон не хватает. Не два огня, а на эльков пать. Вот сейчас все получше гораздо. Коза, сюда куда-нибудь ульту давай. Ну как-нибудь. Да что ж ты ничего не можешь-то? Цицинки летят. 79. Че я говорю, получше? Кек. Не в ту сторону, нет! Семь тридцать. Не, ну вообще без бафов это как бы проходить жестко, на самом деле, конечно же. Ну типа, блин, все забафы, урон по слабым местам, скорость атаки, это, конечно, просто лол. Опять то же время примерно. Урон по слабым местам, физическая атака, да-да, скорость атаки. Скорость атаки, слабый баф, да, слабый баф, потому что персонажи должны дамажить абилками в основном. А не своими атаками. Чё это, на Рейзера, что ли? 676 ролл. 76 ролл — это ролл, на котором обычно падает легендарка. Ну и на самом деле всё-таки надо было Альбеда брать, а не... то. По сути, я здесь дамажу, блин, одними обилками, а не козой. Опять же, без двух огней. Ей еще не хватает какой-нибудь там Сенлинки, что-нибудь такое.
чтобы огонь периодически накладывать. Кстати, ульте Беннета. Ну, так, конечно. Угу. Класс. Беннет, ну ультани, ну пожалуйста, давай. Вот, а теперь коза. Хорошо. Там же можно и вот так вот продолжать делать. О, все, 8-17. Отлично. Сейчас будет. Сейчас должно быть легко. Хорошо, хорошо. А, не туда! Тупо не туда. Давай. Самас. Нормас. Нормас. Анкетсу вакудас. Нормас. Сенцушка, будь так добр дважды, ну что ж ты. Вот лох. Не хватит походу. Без ульты Сенцу не хватит урона. Ага. Все, я не буду драйхардить с такими говнобафами, ну в задницу. Я просто пройду, когда появится нормальный баф. Все равно возвращаться чекать геоурон. Минус вообще просто бафов просто нету. Просто нету. Поздравь, 11-2 на 3 звезды. Грац, Гондрин, грац. Почему такая Клини взял местная? Да хер его знает, лишь мне было лень думать над этим, понимаешь, над этими пальчиками. Я просто пришел и хотел это пройти с первого раза. Спасибо, но ее писал, нужно мельнить. Пожертвовать чилдом или фишли затряда. Хоба, как хоба, ты играть хоба, через лед? Хоба. У меня же есть только зеленый, без струны и фаваний. Чилду терять не хочу равно. Чилдом или фишли затряда. Нужно мейнить. Ее не обязательно мейнить, она же саппорт хороший. Она же, типа, не обязательно ей стрелять заряженными атаками. Вот, кстати, Кли взять вместо... да, взять Кли вместо Наэль в первой пачке, это была бы топовая идея, потому что Кли в соло бы вырезала цицинку. Сидел, думал минуту. Да не целую минуту, прикинь, надо было еще меньше. Это же всего лишь... изичная бездна, камон.